Сегодня поднялся Мер де Глас, такой ледник. Я вот рядом с ним поднялся наверх. Утренняя пробежка очередная. Обратите внимание, как ледник вот снизу, это был язык ледника. Он ушел за 5 лет куда-то туда, на 1,5 километра отступил. Глобальное потепление. Можно видеть. Оставил после себя такой фьорд. Я отправляюсь вниз. Вот туда по тропе. Там высокогорная железная дорога. Я возьму билет и уеду обратно в Шамони. Минут 10 ехать. А пришел я оттуда. Сверху. Вот. Все. Всем привет.